Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы поиграем в Shadow Fight 3. Скажу честно, давненько я сюда не заходил. Тут уже, по-моему, говорили, обновление прошло. Ну что ж, давайте посмотрим. Теневой вторник. Участвую в секретных боях. Сегодня ты можешь выиграть теневую энергию. Так, попозже. Приехал бродячий цирк. Эти чужаки очень странно выглядят. Надо проследить, чтобы все прошло нормально. Тоже позже, ребята. Ой, бустер-пак даже какой-то мне достался. Ну что ж, давайте посмотрим. Оу, эпический Шуангоу. Эпический лук и 60 рубинов. Ну что ж, я только рад этому. Только рад. Новый сезон, ну это понятно. Ух ты, что-то тут у меня дофига всего. Давай-ка посмотрим вот это вот для начала. Забираем еще 50 рубинов. Продолжить. Так, что это такое? Ежедневные награды? Ну, это понятно. Задание. Ух ты. Ну-ка, откроем, ребят, с вами эпический сундучок. И давайте смотреть, что нам тут выпадет. Так, опять Шуангоу. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? И 7500. Да. Не густо. Не густо, ребята. И все, да, я так понимаю? Ладушки. Давай тогда... выходить отсюда и посмотрим, что у нас вот здесь. Что тут у нас? 10. Так, смертельный номер и смертельный номер. Это, ребята, я так понимаю, цирк. Или нет? Да, это мы можем покупать с вами. Так, что у нас в предметах? Бесплатно. Бесплатно получаем один билет. У нас всего лишь один билетик. Хе-хе. Так, опа, бесплатно. Давай возьмем. Какая разница, да? На халяву же все равно. Так, продолжить. И чего у нас тут еще? Что-нибудь такое хорошенькое есть? Ну, мы можем, например... А хотя зачем нам это нужно? Нам не нужны, да, ребят, вот эти вот всякие тут перки, фигерки. Бастер-пак, 4 штуки. Загляни, загляни, загляни. Давай мне какой-нибудь бесплатный. Давай вот этот вот откроем, да? Поехали. Ну, как всегда, мне здесь ничего, ребят, не светит абсолютно. Так, маятник, так, униформа фельдшера, шлем рекруда, простой меч и кинжалы новичка. Плюс 57 теневухи получил. Бесплатно. Нет, это не надо мне. Все, да, получается, или нет, ребят? В предложениях что-то было, по ходу дела. А, ну это как всегда донат, он никуда не делся, он так и остался, естественно, это понятно все. Ну и что же мы с вами можем? У нас смертельный номер, ох ты, мартовский марафон и смертельный номер. Ага, то есть и так можно проходить. Мы это учтем. Миссия, легко. Сундучки, по-моему, ребят, поменялись. Ну что, давайте вначале вот эти вот пройдем. Элементарные, как говорится, уровни, да? Самые простенькие. Так, рукопашные. То есть я буду без оружия, что ли, получается? Скорее всего, да. Я надеюсь, кнопки у меня здесь не попереставлялись. А то мало ли что, придется опять настраивать. Так, рукопашная. Да, ребят, мы чисто ручками будем здесь драться. Погнали, поехали. На-ка, иди отсюда, сосунок. На, и вот так вот. Добивочный. Блин, промахнулся. А нет, нет, попал, попал. Прям в мордельник ему. Шик и блеск. Надо вспоминать, ребята, боевые навыки. Ё-моё, без них куда же я. Ну, вы не забывайте, что это все легко и просто. Потому что кто ты? Суеверный житель. Житель ты, трущоб. Так, что-то, ребята, у нас здесь. Так, секундочку, я, кажется, понял, в чем проблема. Проблема у нас в управлении. Надо сделать маленький. Да, вот так вот. Продолжить. Ну что-то не то. Кнопки как-то не так. Вот, теперь все отлично. Так, погнали. И пока, роднули это мой. Ладно, первый бой вроде бы нормуль. Разогрелись маленечко. Сейчас еще разогреемся чутка. И может быть сходим на цирк, я фиг его знает. Честно вам скажу, ребята, я забыл уже как играть. Сколько я не играл? Наверное, месяца два, может быть даже три. Даже не помню, когда последний раз видосики делал. И по какой причине. Я вспомнил, ребят, я проходил какое-то испытание очередное. И там такой дисбаланс был жесткий, что
меня просто выносили там с двух-трех ударов. Я психанул и больше не заходил. Ты только что выполнил свое первое задание. Забери награду. Да? Угу. Спасибо, давай я заберу. Ребят, это обычный сундучок. Хоть и написано, что редкий, ничего в нем редкого нету. Ерунду всякую здесь дают. Доспех гладиатора, снаряды и 4300 монет. Так, мы продолжаем с вами. Конечно же, продолжаем. Что? Не забывай выполнять задания, они дают хорошую награду. Раз в сутки ты можешь пропустить ненравящееся тебе задание. Это я понял. Это все и осталось, как и было раньше. Так, час расплаты, конечно же, в бой. Гидра, в плане гидра. Какая гидра еще тут может быть? Хочу посмотреть, что там у нас за гидра такая будет. Как же вот это долго идет? Ну-ка, покажите мне. Истязатель. Да, серьезно что ли, истязатель? Давай проверим, насколько ты можешь нас истязать. Ничего он, ребят, не может. Опс, пардончик. А если я? Нормуль? Че, дубинушку потерял? Ну, извини, роднуля. Ну, смотри-ка, сопротивляется. Все, ребят, блок ему не поможет. У меня, как говорится, стоит пробитие. Перк на пробитие сработал. Я его, естественно, зашкварчил. Зашкерил, короче, я его. Раунд 2, гидра. Почему гидра? Не понимаю. Может, у него несколько голов сейчас вырастет, а? На! Упс! Нифига ты! Ну ты, парень, молодец, я тебе скажу. Тут уж, пардончи, роднуля. Отдохни и подумай над своим поведением. Все, отлично. Ну, честно сказать, я не чувствую, как вам сказать, боли. Не чувствую боли, потому что, ну, это ватные у нас мобы, боты, как их еще назвать, не знаю. В любом случае, ребята, я выполнил простецкие задания. Это хорошо, получаем с вами карточки на халяву, да? Два гемчика даже. Так, ну что? Я думаю, может быть рвануть гранату, ядрить ее на корень. Или в дуэли победить, а? Что скажете? Тут пока тихо. Ежедневные награды. А почему здесь, ребят, знак восклицательный? Вот смотрите, вот красненький. Я не знаю. Стоит и все. Так, ну что, а давайте, наверное, сделаем с вами два поединка. Два же нужно, да? Поехали, посмотрим, кто мне достанется. И попробуем его накумарить. Ну как же без этого-то? По силенкам вроде бы мы одинаковые. Даже он немножечко меня сильнее. Что-то тут, что это за звук? Что это там горит у нас? А, мы на кораблике, да? Понял. Егорец. Ой, Егорец. Ты уж извиняй меня, братуль. Наказание будет очень суровое, поверь мне, парень. Ну-ка, завязывай-ка здесь мне. Юлиш, погнали. Теневую он врубил, да? На-ка. Опа, сейчас, наверное, врубит. Что у него? Понятно. Ну давай еще накажи меня, ебдрить тебе на корень, а? Ай, наказал. Ладно, я тебя понял, парень. Понял тебя. В общем, ты решил по крупнику, да, сыграть? Ладно. Пеняй на себя. Я не буду, ребята, использовать сейчас теневой удар, не буду. Хотя, может быть, и надо было бы. Да ты тут своим мечом корявым. Не прокатило что-то. Так, потерял, что ли? О, красавчик. Ты оружие-то свое потерял? Ну, смотри, что делает. Ты смотри, что он тут выеживается. Не, ребят, я думаю, что без этих, как он называется-то? Без своих... Без своего меча он здесь вата. Да, я его прошил. Ну, а следующий бой надо, наверное, начинать нам... С чего? Естественно, с теневой энергии. Хотя, фиг его знает. Я оставлю на добивку. Как только будет у него меньше 50% здоровья, я, наверное, врублю теневую. Но здесь опасность есть. Да хорош ты уже достал, а! Выеживается мне тут. Что ты? Что ты там собрался делать? Угу. Хорош. Да-да-да, конечно. И добивочный.
Все, отдыхает парнишка. Ну что, два сундучка мы с вами заработали, да? Нам нужно, точнее, не два сундучка, а два очка. Ну что, ребята, как видите, два очка набрали. Давайте еще, еще два нужно, чтобы открыть нам этот сундук дуэлей. Так, смотри-ка, нам что-то дали тут слишком слабенького какого-то героя. А может быть, он просто прикидывается, что он слабенький. А на самом деле сейчас как треснет мне. Ой, ненавижу вот этих вот ребят с этими самурайскими мечами. Неплохо, неплохо, по красоте. Началось, короче. Ага, я так и думал. Вот, 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 поэтому я их и терпеть не могу. Да-да-да, конечно. Ну, погнали. Хорошо. Что он сейчас делать будет? Ага. Опа! Ты, парень, ты меня лишил. Да иди ты в пень, парень. Ты что, серьезно, что ли? Вот так вот? Ну. А что, моя... Подожди, а почему... Какой-то бред, ребят, я не знаю, почему... Такое происходит? А, точно, я же забыл, что у меня мины есть. Кто ты? Вспомнил слишком поздно. Ладно. Ну, нежданчик такой, ребят. Слишком резко он начал, а я слишком замешкался, поэтому... Продолжаем. У него мина, значит, да? Значит, будем его ловить на мина. Опа! Ну, шаболда, сейчас ты у меня... Давай, иди сюда. Погнали! Хоп, хоп, хопа! По красоте? Я знаю, что тебе нравится, сынок. Тьфу ты! Что я делаю? Зачем? Зачем так надо было сделать? Давай, попался, говнюк. Погнали. Ой, как тебе прилетело-то, парнишка! Я думаю, что тебе понравилось вот это. Сейчас такой щелчок смачный, знаете, как будто вот я ему за трещину дал. Ладно, ребят, шутки шутками, но на самом деле надо держаться. Надо держаться, и я понял, что он не очень любит эти мины. Не очень, даже совсем их не любит. Вот вы видите, как он радостно на них прыгает. И вот сейчас он с удовольствием еще хочет напороться. Ой, молодцы какие мы. Вот это ты зря, парень, сделал. Нет? Ну-ка давай, помахай вот здесь вот рядышком. Ну иди сюда, что ты? Спасибо. В принципе, можно завязывать. Упс. Ты оборзел, да? Ладно, ребят, давай так вот. Все, пускай отдыхает. Прыгунок тут мне нашелся, а? Засранец мелкий. Так, ну ладно, мы с вами открываем сундучок заслуженный. Так, давай. Да понятно все это, очки, монетки, конфетки. Давай, все, 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 ну. Вот. Поздравляю, ты получил свой первый сундук за победу в дуэлях. Давай скорее откроем его. Так я и собираюсь, Джун, я и собираюсь его открывать. Вы немножко изменили сундучки, я так понимаю, да? А содержимое, скорее всего, такое и осталось. Учебный посох, составной лук, доспех гладиатора, еще один и тысяча... Ну да, ребят, ничего абсолютно не поменялось. Закончу раунд теневым приемом. Так, мы что-то можем забрать здесь, да? Забрали. И здесь мы тоже забрали. Угу. Что бы нам теперь делать? Неужели нам идти на испытание? Вот, честно говоря, не хочу, потому что в свое время я уже его проходил. Видел афиши бродящего цирка? Эти ребята у всех на устах. Они такие популярные, что я тоже захотела к ним присоединиться. Говорит фанатка. Я даже пробралась к ним за кулисы, но то, что я там услышала, это банда настоящих головорезов, а не циркачи. После своего выступления они собираются всех ограбить, закрыть в шатре и поджечь. Нужно остановить негодяев. Естественно, нужно. И ты мне предлагаешь... Я не знаю, стоит ли нам идти на обычный или сразу на престижный. Что-нибудь надо? А, ребята, я не могу на престижный пойти. Нужно 10 билетов, а у меня нету. Вот могу только на обычный. Ну, поехали, посмотрим, ребятули, поехали. Так уж и быть. Разомнемся, малька. Отхватим люлей. Это я люблю, это я могу отхватить. Ну, естественно, будем стараться. Ну, по-моему, здесь говорят имбовые уже пошли мобы. Эквилибристка, блин, ее только тут не хватало. Так, давай-ка вот так.
Опа, ты видал, что она делает? Ага, дудки тебе, сопляжуйка. Ну давай, ты не припухла ли, радость моя? Вообще, смотри-ка. Что? Что это сейчас такое было у нее? Иди сюда, говнюха. Не понял я, почему? Погнали. Что-то в последнее время не срабатывает все. Да ну, хорош. Что-то как-то уж, по-моему, ребят, жестковато тут пошло все дело. Вам не кажется? Мне вот... Эй! Твою мать, сейчас заколбасит. Так, ты достал уже, ну серьезно. Погнали. Она еще теневую врубила, да? Сейчас хана, по-моему, мне будет. Зашибись, я жму на удар и хрен. У меня стоит что-то там сопли жует, блин. Не вместо того, чтобы ударить, блин. Я офигею с этого, блин, дурдома. Вот, ребят, вот из-за этого я и ушел отсюда. И по ходу дела опять вся эта фигня. Я жму на удар быстрее. Ее... Пипец. Давай, иди сюда, блин. Говнюха, блин, мелкая. Как она могла пройти-то? Я не пойму я. Че, вообще, что ли, уже, блин, страх потеряли? Иди сюда, шпана, блин, глазадая. Так, отлично, погнали. Хрен тебе. А я вот попал. Давай, мину. Напарись. Отлично. Да ну, ребят, это обычный режим. Обычный режим. Такое ощущение, что я как будто играю на харде. По-другому не назвать. Что так люто-то вдруг, а? Или, может быть, я уже вообще слабый здесь стал? Я не понимаю. Иди, говнюк, сюда ко мне. Так, ушатал я, короче, ее. Блин, ну это, ребят, на самом деле шутки плохи. Это первый боец. И я уже отхватил. Ладно, сконцентрировались. У нас, ребят, третий раунд. Я не могу позволить ей использовать теневую энергию, иначе мне будет звездец, вы понимаете, да, к чему я? Да чтоб тебя, ты посмотри, как она... Слушай, ну это... Нормуль, да, я вам скажу. Так, не должен я позволять ей, ребята, использовать теневую... Да иди ты в пень! Хорош! Мечом сейчас убьет меня, да? Это как называется? Охереть! На первом бойце, на обычном режиме я трачу, ребят, попытку. Это кто видел? Да. Поражение. Да я вижу, что поражение. Офигеть. Слушай, это что? Продолжай сражаться. Я пока пытаюсь найти их главного. Ты ищи там главного, меня тут... Да. Так, если сейчас не получится, я возьму кусаригами. Ну его нафиг. Так. Давай, поехали. Слишком что-то она деловая, я смотрю, тут чересчур, блин. Серьезно вам говорю. Погнали. Ага. Прописал. Вот, у меня пробитие пошло. Погнали. С пробитием все должно быть хорошо. Оно, правда, срабатывает как-то. Не особо хорошо, если вот честно. Вставай давай, говнюха. А если я? О! Не понравилось? Но я знаю, что тебе не понравилось. Ну, это шабулда. Я ее, ребят, наказал. Наказал и буду дальше наказывать. Надеюсь. Слушай, ну первую попытку я, конечно... Вот когда долго не играешь, от всего, ребят, отвлекаешь. Абсолютно. Сейчас меня тут она зашкварчит, наверное, нет? У нее не получилось. Погнали. Почему-то вообще урона практически, ребят, не наношу. Она еще и прикрывается, соплюха эта мелкая. Ну, конечно же. Давай, напарись. Давай. Так, хорошо, это, в принципе, именно не на руку, когда ты так вот прыгаешь тут с скакунок. Да хорош ты. Началось в России утро. Нет. Говно, кусок, а? Есть. Погнали. Ну, конечно, ребят, блок, естественно, блокирует, перехватывает. Фу.
еле, я думал, конец сейчас мне будет, но нет. Выкрутился, блин. Это, ребят, первый боец. Что-то он мне дал тут прикурить, если честно. Победа, спасибо, елки-палки. Поехали дальше, кто там у нас? Я знаю, что в конце должен быть, по-моему, факир. Ну, если так пойдет, я его просто даже и не увижу. Серьезно вам говорю, я его не увижу. Это боль. Это серьезно боль. И билетиков у меня нету больше. То есть, если я проиграю... Блин, силач. Ребят, силач. Ох, как он тут бомбит. Не по-детски. Так, тихо, тихо. Давай, наступи. Давай так сделаем. Опа-на. Погнали. Не надо. Больно же, гад. Как он это умудряется пройти мимо? Слушай, у него сейчас, ребят, теневая сработает. Опа, вот это неждальчик для меня был. Так, парни, давайте его пина. Да, ядрить тебя. Солидно. Погнали. Не надо, не надо. Не надо выеживаться. Ты смотри, что делает, а, тварь. Погнали. Бросок, да? Нет? В репу. Прям коленочком так, на, припечатал. В лжбан ему. Ух. Что-то меня, ребят, мандражирует уже. Такой, знаете, прихватил адреналина кусочек. Давай, шпана глазадая. Поехали. Ага. Понравилось? Давай так вот. Упс. Потом вот так вот. Упс. И вот так вот. Чик. И вот так вот. Просто вот, вот просто вот так. Пумс. Пумс. Готов, охламонище. Короче, силач. Ну, ватный. Силач — это ерунда. Эквилибристка была покруче. Жалко, конечно, что у меня всего лишь две попытки осталось. Блин, ребят, ну это серьезно, это шлак. Должны быть три попытки, блин. Так, 75 жетонов я получил. Я даже не помню, для чего эти жетоны нужны. Так, ну что, ё-моё, а тут боев-то сколько будет? Да, прошли те времена, когда по 5-6 боев всего лишь надо было выступить. А тут аж 12 или сколько там? Раунд... Оу, я вспомнил эту куколку, ребят. Я ее вспомнил. Она еще та говнюха, поверьте мне. Опа, как хорошо ей, да? Давай, погнали. Ой-ой-ой-ой, давай так сделаем. Я же говорю, мину, блин, ставь. Че делаешь-то? Вот, нужна мина. Оу, прошил я ее. Погнали. Ребят, сейчас теневая у нее сработает. Не должны мы ей дать воспользоваться этой теневой энергией. Не должны. Да поди ты. Все, тенюха у нее закончилась. На радость мою. Что он там сейчас будет делать? Запускать свои эти? Хрен ей. Добивочный. На, получи. Прям в живот ей этой глефой. Отлично получилось. Ничего не могу сказать. Ладно, поехали, ребят, второй раунд у нас. Шутки в сторону, это... Чувырл еще может нам дать прикурить, если честно. Смотри, что она делает. А? Как тебе? Поехали! На-ка! Что? Нежданчик, да, прискочил? О, спасибо тебе большое. Отдохни, малька. Поехали. Да как ты блокируешь-то? Не могу понять. Ну, наступи. Давай дальше. Поехали. Что? Да блин, начинается. А если я? Блин, промахнулся. Так, я знаю, знаю. Упс. Да ну, завязывай уже. Серьезно, что ли? По хребтине-то как досталось сейчас. По красоте, ребятули. Не-не-не, никакой теневой. Хрен тебе. Да ну! Да ну, да как такое может быть? Ребята, я не понимаю, у меня должен был сработать теневой удар. Понимаешь, в чем дело? Он практически уже сработал, но это просто уже читерство какое-то, но натуральное, ё-моё, у меня других слов нету, блин. Бомбит просто по-черному. Офигеть, блин, она должна уже, блин, лететь, блин. Она как-то выкручивается и меня еще достает при этом, при всем. Офигеть, ребятули.
Я не удивлюсь, если она сейчас еще и выиграет. Я не удивлюсь этому. Дисбаланс, ребята, полнейший. Что я могу еще сказать вам? Просто дисбаланс. Конечно, опа. Ты видел, что она вытворяет? Ее не пробить. Это где вообще видно, чтобы моба не пробить? Мину проходит. Все, короче, понятно здесь. Офигеть, ребятули. Да, конечно. И вот как вы прикажете здесь играть, вот в этой справедливости? Нет ее здесь вообще. Теневой удар не получается сделать, да? Оружие у тебя выбивают. Бомбят просто с двух-трех ударов. Последняя попытка, офигеть. На третьем бойце завис. Стоит ли вообще выкладывать? Я выложу, выложу. Пускай посмотрят ребятули, посмеются, так сказать, над этим дурдомом, блин. Иди сюда, говно, блин. Просто как она это делает? И у меня уже все. У меня уже все, ребят. Пипец. Слушай, да не было такого жестокого никогда, понимаешь? Че, я как будто в первый раз играю в эту игру, что ли? Ну, отлично. Хоть что-то, блин, сработало. Хоть что-то сработало. Ну, все, закончилось? Закончилось. Ты видел, сколько она отняла здоровья у меня своими этими сюриками? Не, ребят, ну это полный фарш. Это просто фарш. Три удара, и все, и ты готов. Да. Скорее всего, ребята, у меня просто уже шмотки слабые. Мне почему-то так кажется. Раньше, когда, ну, играли, естественно, мы с вами получали новые там вещи, оружие, да, мы это как бы укрепляли. Ну, а сейчас, ну как? Я же вижу, ребят, сколько я наношу урона. Ну, это смех просто на палке. Это не урон, это фигня полнейшая. Как я должен, блин, тут эту стерву, блин, извините меня. И вот этот вот блок ее не пробивая, меня просто убивает. Ты видал, чем царит? Не, ребят, это все количество какое-то. Все, ребят, у меня попыток больше не осталось. Ну, если вам, конечно, интересно это знать. 20 жетонов я получил. Участвовать. А нет у меня больше, нету карточек. Я бы с удовольствием, может быть, поучаствовал. Но никак. Никак. Вот так, ребят, по фану называется, блин. Поиграли. Это где это видно, чтобы вот так вот просто слег. Ну, по шмоткам глянем, что у меня тут. Маска короля обезьян, да это все фигня. Кусаригами, я не знаю. Ну, если вот так вот попробовать. Ну, потом, ребят, при следующей попытке. Вот этот вот надеть, например, так. Мины. Нет, мины я не буду убирать. Вот таким вот макаром. Но это когда будет, ребят? Когда у нас, естественно, появится билетик. А когда он появится, хрен его знает. Через 5 часов сундук будет только. В общем, в данный момент я не знаю, что делать. В дуэли играть, что ли? Ну, пошли, сыграем одну дуэльку еще на дорожку. Ну, это серьезно, ребят. Я не знаю, это бомбическая какая-то фигня. Напишите... У вас также бомбит или нет? Я не могу понять. Или я действительно такой слабый стал? Так мало того, что слабый, понимаешь? Дело в том, что мои удары просто не проходят. У него... У этого, как его назвать-то? У него проходили. А у нас... Ни шиша. Вот это... Ничего себе ты, парнишка. Ты не припухли? Радость моя. А? Все, завязываем. Что я сделал? Я сейчас что сделал? Дурачка свалял, елки-палки. Вот что я сделал. Азра. Кстати, знакомый что-то Азра. По-моему, мы уже как-то встречались на турнире. И дрались. Так, поехали. Опа, неплохо. Получил свое. Ай-яй-яй-яй-яй, бобо ему. О, не-не-не-не, теневуху не надо. Парень, не надо теневую рубать. Я тебя умоляю, не надо теневую.
Все. Полежи, малька, подумай. Ой, подожди, ребят. Не добил его. Сейчас могло быть критично для меня, если честно, критично. Но все-таки уж встал. Нет, у меня вот, ребят, вот ей-богу говорю, у меня аж прям трясет от того, что я не мог пройти испытание. Как-то... Ну, это несправедливо. Не знаю я. В чем проблема? Как меня так быстро... Вы знаете, если это на обычном, я боюсь представить, что будет твориться на престижном. Я просто боюсь представить. Так, ну что, неплохо мы тут... О! Ребят, две карточки у меня. Блин, а стоит ли? Давайте так, если, ребят, вы захотите посмотреть мои мучения и боль, то ставьте лайкосик и пишите в комментариях: давай, Рэй, отжигай. Я попробую, конечно, зайти и еще раз подраться. Но мне кажется, я там таких люлей отгребу. Тем более там факир. Я боюсь, что факир меня просто уложит с одного плевка своего огненного. Ну, вы помните, да, что он делает. Если кто не знает, ребята, у меня на канале есть прохождение всех вот этих боссов. Ничего пока новенького нету. Ничего новенького нету. И вы посмотрите, насколько там было мне легко его пройти. Вообще вот это вот цирковое выступление. И сравните вот что сейчас творится. Это я вам скажу, это небо и земля. Вот серьезно вам говорю. Ну хорош ты, ну успокойся, ну хватит уже. А, ребята, он сейчас будет, да, он будет теневую врубать. Блин, да как ты меня поймал? Я стоял вообще в... Чё? Это сейчас что было-то? Это сейчас вот что было? Это он у меня все здоровье от одного захвата теневой энергии отнял. Ребят, и мы еще говорим про какой-то, блин, баланс? Какой тут к ядрене фени, блин, баланс? Вот ты мне объясни. Я его пробить не могу. Баланс. Что это? Что это вообще? Да, ребят, ну-ка посмотрим. Это смех на палке, ребят. Это я у него вот столько наношу урона своей теневой энергией? Ну, простите, у меня просто нет слов. Естественно, Саригама у меня улетает сразу же куда-то в дрибадан, три броска и... Все? Нормально? Просто замечательно. Просто замечательно, я... У меня других слов нету. Все, ребят, давайте сделаем последний бой и будем расходиться по домам. Ну это жесть. Или меня сейчас будет бомбить и полетят такие слова, которые лучше вам не слышать и меня не видеть. Хорошо, что я играю не на камеру. Это просто бомбическая физиономия у меня. Очень, ребят, я недоволен тем, что сейчас тут творится в игре. Тут два варианта. Либо я слабенький стал по шмоткам и по всей этой фигне. Либо... Да ладно! Либо здесь действительно до того усложнили игру, что просто пипец. Ну ты посмотри, ну как ты делаешь-то это, подлец? Наверное, тут и то, и другое. Блин, топором. Ого! Фигал мне топориком-то! Погнали, короче, ребят. Ладушки. Что ты делаешь-то? Что... Что это вообще происходит здесь, блин? Пипец! Это просто пипец. Это... У меня нет слов. Естественно. Да ну хорош ты, ептать. Слушай, да ты, блин... Ты достал уже... Ну, естественно, ребят, ну я не могу его пробить, и все, блин, понимаешь? Вот он меня может пробить, а я его нет. Да, конечно! Чё, еще убьет топором сейчас, что ли? Ну, почти, почти убил. Да я не знаю, ё-моё, ребят, ну, я, конечно, все понимаю, что можно там разучиться играть там... Ну, не настолько же, ё-просто, бомбически-то, а? Все это быстро вспоминается, но никак вот... Так, хорошо. Естественно, естественно.
Неужели? Но в следующем раунде мне хана, потому что я смотрю, у него накопилась теневая энергия. Сейчас будет, конечно, жесть. А он меня только лишь схватит, у него что-то вообще за эти теневые удары-то, я не посмотрел. О, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Да, ребятушки, да, он меня схватит за ногу и... Есть. Оу-оу-оу. У него, ребята, теневуха. Че, ушатал, что ли? Ну вот, вот. Вот что это было? Он всю жизненную энергию убрал, уничтожил просто одним вот этим теневым броском. Хрень, короче, ребята, блин. Лучше бы я, наверное, не возвращался вот сюда, в эту игру, блин. Дождусь, когда выйдет это продолжение, я имею в виду официальное продолжение, блин, игры. И все. Ну это жесть, ну это пипец просто. У меня нет слов, бомбит по чернаку. Как такое может быть? Просто с удара с теневого отнять все здоровье. Нет, уж простите, но это перебор. Ладно, дорогие мои друзья, если что, увидимся с вами, но вы не забывайте писать в комментах, что вы думаете по этому счету. Так что всем удачки и до новых скорых видосиков.